В очередной 15-й серии сериала «Ведьма» гадалка спасает малыша, ему становится легче. Во дворе Соньки идет подготовка к свадьбе Артура и Нади. Падает свадебный шалаш, разрушая все подготовленное на столе. Зоя плачет, пытается остановить Надю. Надя объясняет Зое, что этот брак нужен, чтобы спасти ребенка. Борислав пробирается во двор Романа с целью убить его, но его останавливает Соня ударом по голове. Наде очень плохо, гадалка уверена, что это Калли ее прокляла. Опасаясь, что у нее отнимут ребенка, Надя не едет в город. Выпившие Борька с Пятаком, пытаясь спасти Надю, идут в лес убивать ведьму. Туда же идет и Роман.